Вот и добрался я до Берна, столицы Швейцарии. Удивительный городок, очень уютный, несколько длинных улиц центральных. Здесь такие фонтаны, которые можно из них подопить. Небольшой типа зоопарк, где можно посмотреть медведи, которым пофиг уже на посетителей, они сами по себе, а спасаются от жары. Это популярное место, где выбивают имена себе. А вот такой мы встретили, Twig Bike называется. Велосипед, полуавтомобиль, очень интересный. Я бы сказал, еще не хватает солнечной батареи на крыше, можно было на нем путешествовать легко. А вот по вот этой речке мы тоже сплавлялись, и это будет видео, которое выложит Игорь. Очень интересное место такое, речка, которую можно сплавляться на большой скорости течения, минут 15 сплавления, ощущения непередаваемые. Это центр города, мне понравилось, как девушки играют на скрипке. Центральная улица, длинная. Еще забрели на пляж Берна, где люди загорают, купаются, у них там есть бассейн. Это был последний город, который мы вместе посетили с Игорем. И завтра мы с ним разъезжаемся в разные стороны.